влился в игру, почувствовали сразу, и можно ли ждать от него, скажем так, большего продолжения, раскрытия? Я думаю, влился в игру, но так как он не играл месяц примерно, это долгий срок, поэтому мы дозированно будем давать нагрузку, игровое время, но я думаю, парень с понятием, я рад, что он центральный нападающий. Сергей Викторович, ну с последними новостями невозможно вас не поздравить, и насколько для вас добавляет амбиции хороших тренерских для того, чтобы показывать еще лучший результат вместе со своей командой? Ну, амбиций хватает, но благодарю, большое доверие, не подведу. Спасибо большое, спасибо огромное.